Тренироваться в российских клубах, то, честно говоря, верилось с трудом. Когда наши уезжают за океан, тут все понятно. А если наоборот, впрочем, и такое бывает. Эти два парня из Calgary Flames, Пол Крус и Тодд Харкинс, проводят свой отпуск не у себя дома, а в Москве, тренируясь с командой «Крылья Советов». Вот только с какой целью? Дэйв Кинг, наставник Калгари, захотел, чтобы мы готовились к новому сезону именно в «Крыльях Советах», имея договор с тренером Дмитриевым. Необходимо поработать над техникой катания, да и русских хочется посмотреть. Они ребята, что надо. Себя показать, других посмотреть — вполне понятное стремление. А как насчет того, чтобы поиграть сезон-другой в российском чемпионате? Может быть, в будущем это станет возможным, если сумма контракта меня удовлетворит. А пока у меня соглашение с НХЛ и клубом Калгари, и в этом году, думаю, это нереально. Игорь Ефимович, теперь слово за вами. В этом сезоне им не играть, а в следующем. Ну, это вопрос очень сложный. Сейчас дело обстоит так, что для того, чтобы попасть в состав, им еще нужно много поработать. Это первое. Второе, нужно обговорить условия, кто должен платить, или мы, за то, что они у нас играют, или они нам. В заключение лишь добавлю, что посмотреть на заморских гостей возможность все же предоставится. 23 июля в матче «Крыльев Советов» против финской команды ТПС.